принятием присяги. Ура! 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 Милость Божия да сопутствует вам в вашем высоком и ответственном служении. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О духе праведных скончавшихся, души рабы спаси упокой, сохраняя и положение жизни я живу. Уважаемые жители и гости Тульской области, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем воинской славы России. Более 6 веков назад русские воины из разных княжеств и земель объединились, чтобы здесь, на Куликовом поле, дать бой монголо-татарским войскам. Победой в этом сражении наши дружины положили начало освобождения Руси от ордынского владычества. Отсюда же началось становление единого русского государства. Этого подвига не забыть никогда. Пройдут века, и люди будут приходить сюда на первое ратное поле России, чтобы проникнуться его атмосферой и ощутить себя частью великой истории Отечества. Давайте же сегодня поклонимся памяти десятков тысяч воинов, которые положили здесь жизнь за нашу Святую Русь. Они стали примером мужества и доблести для многих последующих поколений. Их подвиг показал, что сила страны в единстве и сплоченности ее народа. Мы с вами помним и свято храним главный завет отцов и дедов – служить Родине, защищать ее, делать все возможное для укрепления ее могущества и процветания. Вечная слава героям Куликовской битвы! С праздником вас! С Днем воинской славы России! Следованию преступлений, совершенных на территории Арсеньевского района. Казенного учреждения 996-й спасательный центр МЧС России. Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана. С днем воинской славы и с днем мироспасительного праздника Рождества Пресвятой Богородицы!